Яблочных пирогов много не бывает. Кроме традиционной шарлотки всегда хочется попробовать что-то новое, поэтому предлагаю рецепт финского яблочного пирога без мюки. Попробуйте. Финский пирог готовится очень быстро и просто, буквально на скорую руку, получается очень оригинальным, ведь это непривычная всем шарлотка. Берите рецепт на заметку и готовьте с удовольствием. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Для приготовления пирога подготовьте все необходимые ингредиенты, миндаль измельчите, яблоки помойте. В чашу для приготовления теста соедините мягкое сливочное масло с сахарной пудрой, взбейте до получения пышной массы. Следом добавьте в тесто крахмал, соду, корицу и измельченный миндаль, тесто хорошо перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились по всей массе. Подготовьте форму для пирога, лучше всего взять разъемную форму и дно застелить бумагой для выпечки, перелейте готовое тесто в форму. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Яблоки нарежьте ломтиками и разложите по всей поверхности пирога, сверху посыпьте пирог небольшим количеством сахара, поставьте пирог в духовку разогретую до 180 градусов примерно на 40 минут. Готовый пирог станет золотистого цвета, извлеките его из формы и немного остудите. Выложите пирог на тарелку и подавайте к столу. Приятного чаепития! Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Сливочное масло, 100 грамм. Яйцо, 2 штуки. Сахарная пудра, 100 грамм. Крахмал, 80 грамм. Миндаль, 80 грамм. Яблоко, 3 штуки. Корица, 3 чайных ложки. Сахар, 1 столовая ложек. Сода, 1 щепоток. Количество порций, 6-8. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Пока-пока.